Приветствую вас, Анна. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы пишете, мне 33 года, мужу 34. Брак сложный. Чем сложный брак ваш? В чем его заключается сложность? Помимо карьеры вашего мужа. То есть, как бы, брак – это взаимодействие между вами. Дальше. У него не идет карьера, он амбициозен, его это задевает. Практически перестали общаться с друзьями. Ну, если у мужчины не идет карьера, и он амбициозен, ему нужно обратиться за помощью к психологу, потому что именно из-за того, что он амбициозен, у него не идет карьера. Практически перестали общаться с друзьями. Но вот здесь, на мой взгляд, есть некоторая неточность. Вот. А именно неточность, связанная с тем, что вы говорите, что, что вы перестали общаться с друзьями. Да? Вы перестали общаться. Но кто вы? То есть, вот кто вы перестали? То есть, если именно вы перестали общаться с друзьями, вот, то это получается, ну, в некоторой степени ваша инициатива. Перестать общаться с друзьями. В некоторой степени. Это ваша инициатива. А если на ваше приглашение, к примеру, да, отвечают отказом, то это уже их инициатива, инициатива людей. И тут вот нужно смотреть, что с чем как бы связано, что с чем взаимодействует, вот, потому что это, ну, достаточно важный момент, это достаточно важная история, вот, для вас. Так что тут не совсем понятно. А с другой стороны, если ваши, допустим, друзья не хотят с вами общаться, только потому, что у вас не идет, ну, у вашего мужа, к примеру, не идет, допустим, карьера, то, ну, это, в общем, друзья вот такие, да, то есть это такие друзья, которые ценят в вашем муже больше его успешность, нежели чем его самого. И, вероятно, это связано именно с тем, как ваш муж выбирает себе друзей. Вот. Дальше, значит, так, на наше приглашение получаем отказы. Как понять, это я все черню в своем сознании или все действительно плохо? Ну, я, честно говоря, не думаю, что... я не думаю, что все действительно плохо, потому что все плохо не бывает, в принципе. Вот. Я думаю, что для вас важно, ну, мнение людей, для вас важно, чтобы люди хотели с вами общаться, для вас важна, как для любого человека, некая социальная жизнь, и, естественно, вы к этой социальной жизни стремитесь, то есть здесь, в принципе, все в пределах нормы, но... А вместе с тем, вполне вероятно, что вы
придаете излишнее значение своему окружению, так же, как и ваш, собственно говоря, муж. Ну вот, если это так, то да, вы все черните. Но если вы, да, но если даже вы действительно все черните, то у этого есть некие, ну, причины, да, у этого есть некие основания, то есть вы не просто так это делаете, да, вы не просто так черните, вы именно вот делаете это, потому что вам важно то, что происходит, вот. Вам не все равно. И это уже скорее ваша ответственность, скорее ваша проблема, да, то есть как бы, что у вас нет своих друзей, которые бы, вот, ну, допустим, в той или иной степени принимали бы вас уже, вне зависимости от того, что делает муж, вне зависимости от того, как у него развивается там карьера, к примеру. Вот. То есть это вот такая штука, там такой момент, и мне кажется, что это очень важно, то, что вы по факту, да, не отделяете своего мужа, вы не отделяете своего мужа от себя, ваши друзья не отделяют вашего мужа от вас, и, по сути дела, относятся к вам одинаково, то есть получается, что вы расплачиваетесь за те вещи, за те действия, которые совершает ваш муж. Вот. То есть как бы здесь границы ответственности, на мой взгляд, ну, довольно расплывчато. Вот. Что, естественно, вам оказывает существенный вред, потому что вы расплачиваетесь за то, что, по сути, делает ваш супруг. Вот. Так что я думаю, что вам обоим нужна психотерапия, нужен анализ ваших отношений. Вот, нужно отграничивать себя друг от друга, пусть и, ну, в разумных, конечно, пределах, но это необходимо, необходимо отграничивать себя, вот, друг от друга. Без этого не получится наладить вам вот именно лично вашей жизни, понимаете? Вот, вот так вот, в принципе, я думаю, можно ответить на вопрос. Который вы задаете. Вот, в принципе, так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его
лучшим, вот. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена.